Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать проходить карту The Escape Piece. Да, ребята, The Escape Piece 2, не забываем, это, мне кажется, наверное, уже будет последней серии, потому что в этой серии мы все-таки уже попытаемся сбежать с тюрьмы. Да, ребята. Но перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк. Не только для того, чтобы вышла новая серия, потому что, ну, как бы это уже заключительная серия, можно и так сказать. Но все же, ребята, я буду, во-первых, очень сильно рад вашему лайку. Это действительно делает прям очень много для меня и действительно очень сильно радует. И также, просто-напросто, ребята... Я буду искать для вас больше карт, и мы вместе будем проходить больше карт, потому что... Я вижу то, что иногда вам все-таки нравится прохождение карт, поэтому, ребята, больше лайков, больше карт. Я вам честное слово говорю, то, что если мы наберем 700 лайков, то завтра или послезавтра я найду какую-то новую карту, и мы вместе с вами будем ее проходить, да, ребята? Также не забываем оставить свои комментарии, я общаюсь со своими подписчиками, если ты не веришь, что можешь проверить, оставить свой комментарий под этим видео и увидишь то, что я на него отвечу. И также, что самое главное, не забываем подписываться на мой канал, я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, подписываемся, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, в принципе, будем сейчас продолжать. И что самое главное, как мне один подписчик сказал, что, мол, может мне еще лучше прикупить еще одну кирочку. Потому что, а тут у нас есть что-то? 4. Потому что так может быть, что в той кирке там вроде... Там вроде один удар остался, мол, как только мы ее один раз используем, она сразу же сломается, да? А нам нужно как минимум два раза использовать, потому что все-таки, если нам нужно будет железный забор сломать, да, то он, в принципе, в два блока высотой, да, чтобы мы вообще смогли пройти. А что, пропало уже или у меня просто залагало в Майнкрафт? Фиг его знает, ладно. Сигнализация, как я по тебе скучал, и там уже выход. И в принципе, я надеюсь, то, что мы скоро уже все-таки сможем сбежать, а точнее в конце этой серии. Так, ребята, пока нас не запалили, да твою мать, пока нас не запалили, давайте мы быстренько. Вот видите, нас там уже палят, ребята. Кто там толкает? Ага, вот это Том. Круто, кто, вот, Дэн, опа. Твою мать, тут... так там еще столько офигеть нужно, там еще нужно 150 стака. Офигеть просто. Ладно, ребята, мы сейчас быстренько попытаемся вот это все достать. А у нас вообще в камере есть там... А у нас вообще в камере есть там... не то что железо, а изумруд. Фиг его знает. Ладно, 7-7-7, еще 7. Давайте пока это все... Пока это все там делается, мы быстренько еще сбегаем в нашу камеру и посмотрим, что там есть. Ага, ага. Как раз все сейчас идут на работу, поэтому как раз самое время еще немного подзаработать. Да, но перед этим никто за нами не бежит, да вроде не, нет. Начальники сегодня вообще какие-то очень даже спокойные. Ага, у нас есть. Мне кажется, вот этого сейчас нам, в принципе, даже должно хватить. 7-7-7. Хотя... 14-2 вряд ли хватит. Давайте мы еще хотя бы 2-3 штучки возьмем, чтобы уже знать, ребята, просто-напросто наверняка. Потом пойдем запасемся хавчиком. В принципе, вот этого хавчика, что у нас сейчас есть, мне кажется, уже должно хватить. Но все же. И, наверное, под вечер, ребята, мы уже даже сбежим с тюрьмы. Хотя бы хочется, хотя бы надеяться. Кто там был? Я опять, ребята, забыл. Остин, нет. Джерод, вроде Том или как его там? Роб... Ну, сначала нам Дэна нужно найти, да? Начальники, вы там... Не, вы все спокойные? Я говорю то, что... Вот, Дэн. Я говорю то, что начальники сегодня вообще какие-то спокойные. Фил, Джейсон, Стэтхэм, нет, Джош, нет. Дэн, мы уже его проверяли. Кто тут у нас? Том, вот, опа. Ага, в принципе, нам бы и вот этого хватило. А мне интересно, сколько там? Давайте, вот так можно посмотреть? Дюрабилити 5. Ага, значит, все-таки... А вот это... он на нас или он просто там кого-то прижучить хочет? А все-таки этой кирки должно хватить. Этой кирки, ребята, должно хватить. Вот я не знаю, что нам силой делать. У нас 49 силы. Хватит ли этого или нет? Хватит ли этого или нет? Давайте, ребята, мы еще раз все быстренько посмотрим. Что у нас есть? Ключ у нас есть.
Ключ у нас есть. Дальше. У нас есть бронька, ну, на всякий случай, да, чтобы нас не убили. Нунчаки у нас есть, чтобы мы убивали охранников, потому что нам нужно и так убить как минимум одного охранника, чтобы дропнуть с него красный ключ. И только с помощью красного ключа мы сможем выйти через прям парадные двери и сказать, ну что, пока, начальники, мы сбежали с тюрьмы. Так, ладно. Самое главное. Берем вот это. Уже берем? Или давайте, может, еще пока что не будем брать? Давайте еще, может, 2 минутки побегаем. Я просто, знаете, еще хочу что посмотреть. А то, что там... Я хотел бы новую работу себе, потому что один из подписчиков мне сказал, что, мол, для того, чтобы вот эту работу, вот эту, видите, у нас было сначала вот это, сейчас вот это, а тут есть еще одна. А нет, китчен. А можем, мы сюда можем вообще войти или нет? А тут у нас карта. Что есть какая-то еще работа в библиотеке? Твою! Я прям обосрался. Ладно, если бы он еще за нами бежал. Я просто-напросто вот так обосрался. Ни с того, ни с сего. Ага. Вот эта работа у нас сейчас есть. Это у нас была работа. Тут больше никакой работы другой нет. Так, ага, а я вот это даже не заметил, вот тут же у нас невидимые блоки, а я, ребята, это даже сначала не заметил. Вот тут, офигеть, ребята. Ладно, не так-то и важно то, что я-то не заметил, а давайте мы сейчас попытаемся сбежать, они как раз сейчас будут. А тут у нас что? Тут у нас всякие много... Мне, ребята, мне кажется, или в первой части было как-то намного больше комнат, ни хрена себе. Было как-то намного больше комнат, было как-то намного больше всяких возможностей, было намного больше дверей, было намного больше дополнительных заданий. То есть вы не только как сейчас проходите вот это все, да, мол, пришли сюда, самые главные задания повыполняли, собрали нужные предметы, убежали из тюрьмы. А в предыдущей части было то, что вы могли побочные задания. Вы могли убить охранника, чтобы украсть у него ключ, чтобы тайно пробраться, на, допустим, на ту же кухню. А на кухне ждали вас какие-то плюшки, да, то есть еще больше всяких различных предметов. А stolen items. Это украденные предметы. А как нам сюда попасть? А как нам сюда попасть? Но все-таки, если вот это тут чувак написал, и если тут стоят сундуки, значит, у нас есть как-то... У нас как-то есть возможность туда попасть, но я не знаю как. С closet... Нет, с этим мы вряд ли сможем пройти, с этим мы не пройдем. Хм, а вот это мне уже интересно стало. Только каким путем мы туда пройдем? Вряд ли, ребята, мы туда. Короче, ну что, в принципе, может, давайте мы уже будем убегать. Давайте быстренько зайдем в нашу камеру. Отлеем на дорожку. Обкакаемся на дорожку. Ага, ну, в смысле, штанишки старые обкакали, сейчас оденем новые штанишки. Это взяли. Самое главное, это взяли. Бабло. Бабло тоже нужно взять, потому что как только мы выберемся из тюрьмы, нам же нужно на что-то жить на первое время, да? Так, пока они там собираются, мы, ребята, сбежим. Возьмем себе чистые носочки, потому что мы сейчас выберемся с тюрьмы, нужно будет носочки поменять. Возьмем зубную пасту, ну, чтобы хорошенько сорта пахло, да. И, конечно же, возьмем, я не знаю, это расческа, допустим, ну, чтобы сразу причесаться, чтобы сразу... Мадам, мы только что с тюряги вышли, не хотите с месье поужинать в каком-то ресторанчике, поэтому мы сразу же взяли... изумруды, чтобы хватило. И в принципе все, батончик нам не нужен, это не нужно, самое главное ключ. Вот сейчас нужно подготовиться. Это можно, хотя нет. Это же нужно там, чтобы нас сейчас же не запалили, да. А как только мы зайдем в ту скрытую комнату, прям скрытую, пока. Пока, Джерард, нам тебе будет не хватать. Как только мы зайдем в ту скрытую комнату, мы сразу же переоденемся. Потому что если сейчас мы переоденемся, нас сразу же все запалят. А сейчас мы зайдем. Так, вот вроде никого нету. Тут всегда начальник один гуляет, но сейчас его там нету. Ага. Все, закрываем двери.
Закрывайтесь. Ладно, давайте. Вот, круто. Все, больше сюда никто не зайдет. Ё-моё. Во! Это прям, знаете, как в каком-то фильме. Мы вырыли туннели, сейчас 9 часов вечера, когда все отправляются спать, когда уже отбой. Выключают свет. Мы сейчас будем сбегать из тюрьмы. Ладно, ребята, ну что, приготавливаемся. Одеваем крутую броньку. Ух ты, ни хрена себе, это реально прям бронька у охранников, да, начальников, как выглядит. Потом на первое место берем нунчаки. Опа, прям хреначится, сейчас всех будем. На второе кирку, да, чтобы, ну, сломать что-то, если нам нужно будет. И на третье место давайте хапчик возьмем, чтобы покушать. Ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы сбежать с тюрьмы? Я, если честно, уже давно готов, с первой серии. Сейчас, ребята, наступил момент побега. Наступил момент побега. Да сдохни ты уже. Еще один. Ребята, валим. У нас одна минута есть. Там было на генераторе написано то, что у вас есть только одна минута, чтобы избежать. После этого генератор включится обратно. Как нам выбраться? Чипоти-поти-поти, до свидания, начальники, мы будем за вами очень сильно скучать. На другой стороне забора мы с вами уже больше никогда не увидимся. Вот, ребята, вот. Вот куда, в какую сторону? Наверное, вот сюда нам нужно сесть в автобус и просто-напросто свалить отсюда. Нафиг, начальники. Идите в пень. За нами вроде уже больше никто не гонится. Так, это сюда. Drive Escape. Да, ребята, мы сбежали. В принципе, не так-то это и сложно. Ни хрена себе нас сюда депехнуло. В принципе, не так-то это и сложно было, как я думал. Как вам сказать, мы все-таки это сделали. Мы 3 серии до этого ни хрена себе, еще даже салютики. Спасибо, автор, спасибо за салютики, мне очень приятно. Мы 3 серии подготавливались, мы работали уборщиком, мы работали плавильщиком железа, мы убирали... Че, охренел начальник? Мы, ребята, даже убирали какашки за начальниками. Мы многое что делали, если честно. Но все же мы добыли броньку охранников, начальников, как мы их называем. Мы добыли нунчаки себе, прям ниндзя всякие, да? Мы купили первый ключ у наших торговцев. Мы купили кирку. В принципе, одной кирки хватило бы. Сколько мы проломали дверей? Сколько мы дверей, ребята, проломали? Одну, то есть заборов вот этих. Один забор, второй забор, 3 забора. То есть одной кирки хватило бы, но лучше перестраховаться, да? И потом ребята просто-напросто убили охранника в генераторе. А это что такое? Ага, нет, часы. Это наше место, где мы, ну, работали. Мы убили начальника в генераторе, где он был. Вот тут он был, да, мы выключили генератор, потому что тут, видите, как написано, генератор, как бы включается питание после 1 минуты, да, то есть через 1 минуту питание будет возобновлено или включится какой-то резервный генератор. Но мы успели сбежать с тюрьмы, прям убежать с тюрьмы за 60 секунд, реально, прям название для какого-то нового фильма. Но все же, ребята, что нам автор нам ничего? Ты... Ага. Так. Я что-то не понял. Thank you. Ага, то есть... смотрите. Нет, я понял, это потом случайно. Ага, то есть спасибо тебе за то, что ты вообще поиграл в эту карту.
Emission to make it provide better versus... Ну, короче, этот чувак пишет то, что спасибо за то, что вы поиграли в эту карту, и бла-бла-бла, в принципе, как обычно. Мы говорим тебе, чувак, спасибо и за первую часть, и за вторую часть, потому что, ну, карта реально очень крутая. Все-таки я бы хотел третью часть, ребята, вы бы хотели третью часть? Просто, как то, если вообще за нее кто-то возьмется, если вообще ее кто-то будет делать, то я не знаю, хотите ли вы, чтобы я ее проходил. Поэтому, ребята, я вас и спрашиваю, напишите, пожалуйста, в комментариях под этой серией, понравилось ли вообще вам это прохождение? Хотели бы, чтобы авторы вот этих частей первой и второй части The Escape Piece, хотели бы вы, чтобы они выпустили третью часть? Что самое главное, хотели ли бы вы... Если третья часть все-таки выйдет, то чтобы мы ее прошли, я и вместе с вами, ребята. Мне, если честно, понравилось, я говорю вам спасибо тем, кто оставался от первой части до... От первой серии, в принципе, от первой части до второй части, от первой серии до четвертой серии, а второй части этой карты. Я, в принципе, вам благодарен, кто досмотрел это все до конца. Ребята, я вам говорю очень большое спасибо за просмотр. Еще раз скажу, как... Если мы наберем 700 лайков, то я вам даю обещание, то, что завтра, послезавтра выйдет прохождение какой-то другой карты. Я буду искать карты для вас, потому что карты, да, реально интересно. Даже иногда нужно отдохнуть от того же Пиксельмона. Да, ребята, дайте я выключу нахрен этот салют, а то он меня уже... заколебал. Поэтому, ребята, я, в принципе, буду очень сильно рад и, ну, устроим небольшое разнообразие, потому что иногда прохождение карт интересно, чем какой-то даже летсплей. Ребята, также не забываем оставлять свои комментарии под этим видео, я отвечаю на вопросы своих подписчиков. Если ты хочешь со мной пообщаться, все, что тебе требуется, просто-напросто оставить свой комментарий под этим видео, и ты увидишь то, что я на него отвечу. И последнее, не забываем подписываться на мой канал, это, ребята, самое главное. Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью, поэтому я даже тебя хотел попросить бы подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому рад. Да, ребята, еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.